По сообщению «Коммерсанта», 28 мая губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретится с Владимиром Путиным, дабы получить одобрение президента на досрочную отставку и разрешение идти на выборы в сентябре. Правда, совсем не кстати, именно в эти дни началось судебное разбирательство, где в качестве ответчика выступает заместитель губернатора Антон Аверин. И повод не самый лицеприятный. Областной прокурор требует увольнения вице-губернатора из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Судебные разбирательства могут сыграть с планами Валерия Шанцева злую шутку. По мнению политологов, с точки зрения демонстрации результатов деятельности, 2014 год – последний, когда бюджет регионов еще не затрещали по швам. А потому так выгодно нижегородскому губернатору участие в досрочных выборах. По предварительной информации, выборы губернаторов 14 сентября пройдут в 25 регионах. В 15 из них они будут досрочными.